Всем привет, дорогие друзья! Если вы сейчас меня смотрите, это значит, что вы попали на премьеру. Коротко расскажу для тех, кто не знает о премьере. Я сам недавно только узнал о ней. Итак, это как бы стрим, но я вставляю туда уже видео. Вы не сможете со мной общаться. Ну, конечно, если я буду присутствовать на стриме, мы сможем переписываться по чатику. А так вы не сможете со мной общаться, донатики не будут приходить. Вы просто будете смотреть видео в реальном времени. Так что я выключу чуть-чуть звук игры, чтобы... Слышно? И сегодня мы поиграем в Card Life. Я буквально вчера ее скачал. И давно не выходили ролики, поэтому мы будем в нее играть. Так. Creative мод нам не нужен. Давайте. Играть. Узнаем, кто это за игра. Надеюсь, загрузка не будет идти полчаса. Сейчас я проверю. Звук может... эта музыка может пропадать, потому что я проверяю, как все вообще, громко или нет. Здесь достаточно. Так. О, это мы? Это что? Мы можем нарисовать своего персонажа? Да. Вы что, реально? Понятно, давайте нарисуем своего персонажа. Значит, нам нужно сразу все рисовать. Тщательно. Мы можем сделать вырезки? Нет. А, можем. Так, давайте что-нибудь придумаем. Нет, это ужас. Это просто ужас. Я не умею рисовать. Так. Ой, что я сделал? Давайте вот такие глаза сделаем. Да? Ну это можно так оставить, только без сердечка. В общем, вот так, хоба. Не-не-не-не, вот так. Прикольно сделали. Так, давайте начнем. Наподобие Майнкрафта. Очень похоже на Майнкрафт. Так. Лесоруб, свалите дерево и сберите древесину. Давайте ознакомимся, что у нас с графикой. Угу. И... Что мы можем
Инвентарь. Карта. Угу. Журнал. Давайте посмотрим. Инвентарь. Ого, мы можем еще крафтить. Ого. Карта. Так, типа сюда лучше не выходить. Или что? Угу. Ну, не будем пока долго сливаться. Что у нас еще? Журнал. Ого. Терминатор. Так, сейчас у нас задание Элиса Руб. Нам нужно дерево срубить. А это что такое? Извиняюсь. Надо поднизить немножко. А хотя давайте вот это. Ага. Ладно. Что это? Волокно. Понятно. Надеюсь, оно нам пригодится. Так. Ого, нифига себе. Тут еще дерево так ломается. Знаете, на что похоже? На какие-то коробки. И что? Ух, нифига себе. Ого. О, дерево, дерево, дерево. Ура, ура, ура. Так, подходящий инструмент. Сделайте деревянный топор. Получить свои награды. Ткач. О, волокно используется для того, чтобы связывать предметы друг с другом. Оно требуется для многих рецептов. И собираем синих кустов льна. Так. Значит, мы не зря. Что, мы есть можем, что ли? Делаем топор. Ну да, волокно пригодится. Примерно будет идти это видео минут 30. Я потом еще сделаю видео новогоднее. Подведем итоги года. Минуты на 3 постараюсь сделать. Так. Ух. Вообще рисовать можно. Нет. Что может быть лучше? О? Может быть лучше. Круто. Съешьте весеннюю ягоду, чтобы утолить голод. Где у нас ягоды? Надеюсь, есть ягода. А вот ягоды. Угу. Круто. Ё-моё, мне жутко становится от этих звуков. У нас полный живот. Как мы это будем есть? Нифига себе, нифига себе. Спокойно. Там было животное. О, еще там животное. Мне страшно. Ё-моё. Так. Давайте пока не будем. Картонная вода. Нужно 20. Сделаем деревянный меч. О, можно.
Какой-то уже кинжал. А здесь давайте делаем вырезки. Пусть это будет Саня. Так. Их можно перетащить? О, да. Теперь мы сделали. Мы должны кого-то убить. Так, подкрепиться можно? О, иди. Теперь у нас их 20. Ну что, мой Саня всех победит. Сколько у тебя хп? Так, еще немного, давай. Валим, пока нас не съели. Сейчас мы съедим кого-то, а потом нас едят. Что такое? Растительные отходы, медовые ягоды. Угу. О, волокно, побольше волокна. Всего так мало. Я почему-то рассчитывала на больше. Ух ты, там птицы вдалеке, если вы видите. Это такие облака. Я сам удивлен. Здесь даже приятная графика такая, я бы сказал. Очень приятная. Кстати, я не ожидал, что здесь будет специальный журнал, который нас научит правильно играть. Ну, как правильно, развиваться научит. Так, теперь мы можем съесть. Все. Ого, нам дали 5. Можно это убрать как-то? Да. Класс. Вот мне это не особо нужно сейчас. Мало волокна у нас? А, нет. Нормально. Это растительные отходы. Я думал, что это волокно. У нас 14 волокна. В принципе, сойдет. Чуть там вдалеке красно. Пожалуй, не буду туда. Ландшафтный дизайн. Соберите руками землю. В смысле, их что еще? Собирать? Наверное. Что это был за звук? Мне страшно. Давайте закопаемся. Интересно, если долго вниз копать. О, еще земля. Много земли, это хорошо построен. Домик из земли. Если тут такое возможно. Дом, любимый дом. Ландшафтный дизайн. На них можно хранить ресурсы и заниматься изготовлением предметов, не подвергаясь опасности. Так, деревянная основа. Хорошо. Да-да. Мне кажется, в каком-нибудь уютном местечке. Где нас никто не найдет. Мне кажется, тут самое место. Или тут. Давайте здесь. Или здесь. Короче, вот тут. Будет наш дом. Что нам нужно? Вот эта штука. Да? Ой, нет. Так, короче, просто обычно создадим. Начнем. Какое-нибудь чудо.
закроем эту дырку. Во, дом любимый, дом выполнен. Класс. Надеюсь, здесь ночью не едят никого. Проместите деревянную дверь. На деревянную дверь сможем делать? Надеюсь, что да. Это... Вот деревянная дверь. О, будет у нас огромная домишка. Показалось, что вдруг ночь наступила. Так. Все, теперь можно разместить дверь. Крутяк. Если бы еще можно было землю ставить, я бы здесь все заставил. Ой, микрофон. Измени. Добудьте камень с помощью кирки. О. Так, это у нас что? В чем? А, вот. Что это такое? О. О, ночью же. Блин, мне страшно, страшно. Я не хочу ночью здесь находиться. У меня скоро закончится все. Так, зададим еще одного нашего друга. Так. Раз, два. И здесь. Зачем нам две? Сделаем только одну. Так. О, камень нам повезло. Или это не камень? Это не камень. Вот камень, камень, камень. А вот еще камень. Много камня. Чем больше камня, тем лучше. Интересно, а мы можем? Так. Ого, нам 40 камня дали. Не страшно. Мы можем как-то? Квадратное перекрытие также используемо как пол. Деревянная стена. Угу. Так, а потолок. Одна. Может, вот это и есть потолок? Ну, огромный дом мы здесь не будем строить, настраивать. Вот он. Ах, тенит.
надо мастерски. О, трикотажный дизайн. Выходи и покупай. Смысл я это сделала? Делайте каменный доспех. Оруженосца. Ух ты, каменный. Блин, я боюсь выходить наружу. Давайте здесь поставим. Положим все свои вещи. Готов. А как отсюда выйти? Блин. Серия будет идти больше, походу, 30 минут. Так, уже 22 минуты идет. Серия. Так. Кстати, спасибо вам огромное, если вы сейчас меня смотрите. Уже долго не было видео, и мне кажется, мало кто сейчас меня будет смотреть. Обещаю. Постараюсь до 31-го сделать видео. Выпущу я его, наверное, 31-го как раз. Но сделаю видео я либо 29-го, либо 30-го. Ну, либо сегодня, либо потом. Завтра. Так. О, мы можем землю ставить? Нифига. Нифига себе. О, это круто. Разработчики молодцы. Так. Больше, больше, больше. Так, сейчас у нас 7. Да? 7 древесины. До утра должны успеть. Утром будем строить дом. А! Ё-моё! Мне страшно стало, когда я увидел. Мне ж плохо стало. Это значит, что пора закругляться. Не могу давно на этом простоять. Долгие века. Так, теперь у нас... Древесины более-менее достаточно. Вон. Да, бяка летает. Бяка. Не будем туда идти. Ё-моё, там еще кто-то. Давайте не соваться. Там наш дом. Вот я почему-то не могу найти. Мне капля. Ой, какая речь о каплях. Извиняюсь. Вот здесь бы было неплохо построить, он здесь. Ну, мы уже выбрали. Так, блин. Двадцать пять минут уже идет. Наше
видео. Не подходи ко мне. Ай-я! Так, ну это... Его легко убить, более-менее. Я особо не буду сопротивляться. Так, где у нас еще есть? Этих бяк куча. Вот так я их буду называть. Бяка. Волокно самое главное, что у нас есть. Так, ну ладно. Ой, зря это съел, походу. О, как тут много волокна. Так, собрали. Теперь домой. Так, мы успели. Так, нам нужно сделать каменный доспех. Ну, пока сделаем стены. Так, пусть так и будет. Еще одну. Надеюсь, нам хватит. Пока что. Дерево. Ну все. Сразу видно, отличается. Так. И последнее. Так, нет, нам не хватит. Давайте это. Нам чуть-чуть не хватило. Это еще что? Так. Не нравится мне это. Давайте быстрее закончим. Шесть древесин. Так. Все деревья срубим. И последний штрих. А нет, не последний. Все.
Давай на всякий случай еще одно дерево. Да? Как же это долго. Давайте здесь выкопаем ненужное. Так, и да, еще одну стену. Сюда я. Ставим. Все. Чуть не закрывается. Тут копать надо. Вот, все. А вот здесь пусть все будет закрыто. Так сказать. Будет. Уютно. Надеюсь. По крайней мере, земли у нас здесь немало. Еще здесь земля. Раз. Два. Вот наш уютный домик. Давайте здесь закроем. Под закроем. Еще 34 древесины. Делаем потолок. А потом уже устроимся. Здесь... Ого! У 60. Да, что там? Колдовский стол. Колдовской стол. Ого. Так, доделаем крышу и на этом закончим, наверное. Сделаем маленькую дырочку. Так, пустим перед YouTube. И все. Уютно и тихо. Давайте доделаем доспех оруженосца. Так, возьмем, что нам надо. Хаба.
обычный доспех. Зачем нам что-то бредло нужно? Ого, железный меч. Теперь нам нужно убить волка, да. Ну ладно, давайте на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, если находились на премьере. Ну, всем до скорой встречи. И пока. Увидимся